дочку похожа на тебя. А я сына похожа на тебя. Шутки шутками, а женитьба – это дело очень серьезное. Замужество, пап. Ах, Григорий Дмитриевич, какое ваше предложение роскошное да заманчивое. А про любовь не нужно читать, ее нужно чувствовать. Вот я чувствую, что у меня будет все хорошо. Но у нас с тобой. Я тебя люблю. Держи. Если твоя рука окажется в его руке, то никуда уходить не захочется. А что вы так на меня смотрите? Влюбляюсь. А быстрее, можно, пожалуйста? Это же все для вас. Это же все. Вот это же все для вас. Все для вас. Ну, купить где подешевле, а продать где подороже. Что в этом такого? Меня сделали крайне. На тебя все свалили. Ваш бизнес, Петр Иванович, нас в принципе не интересует. Отдайте папку, и мы забудем о существовании друг друга. Дмитрий никогда не должен узнать об этом. У меня есть материал, отличный материал, бомбовый не материал. Я хочу его опубликовать. Я его уничтожу. Заказчики требуют парадные портреты и что-то поярче. Вот я и штампую все на одно лицо. Раньше ты был один и был неуязвим. А теперь у тебя есть я. И это твое слабое место. Петр Иванович, охранник внизу ничего не слышал. Что это? Что это? Что это? Что это? И каков масштаб этой деятельности? Все побережье. Голову береги! Ты то одного любишь, что другого ты любишь? В этом доме я главный, здесь на мне все держится. И ты это я! Да если б не я, ты бы картинками на набережной торговал! Я пришел к вам в спальню. Я сама дала ему это право! Право требовать уважения, внимания, любви! Любви, в конце концов! Вы тираж закрыли. Весь. Как закрыли? Официально. Ну что, 20 лет как не бывало.